The wall itself has a weird history. Everything. It's a церковь впервые. Continue with the outline. Вот, это ты. Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. Люди премия стал Антиох Эпифан. Good evening, everyone. Добрый вечер всем. It really is a pleasure to be here. Для меня радостно находиться здесь. Мы как бы сразу приступаем к делу. И фактически предмет он будет связан с этим служением, душепопечение. You're called into something, you're tested. Поэтому куда бы вы ни были призваны, в какое бы ни были служение, вы будете испытаны. Да. Вы понимаете, о чем я. И Римлянам 7 глава с 15 по 21 стих сам Павел говорит нам. Мы хотели помолиться. Давайте, да. Вы не закрывайте глаза, пожалуйста. А мы, те, кто в зале, протянем к ним наши руки. Авину Шабашимаем, Отец Небесный, благодарны, Господь, за посвящение, за то, что выделили время для обучения.